Самый прикол в том, что я не нажал на кнопку REC. Это грустно. Придется заново семинар собирать. Да. Это Леша, который усирается, чтобы сделать архив. Я что-то неправильно делаю. А ты мне подскажи. Ну, во-первых, на пузе плохо. На пузе плохо, так рука толстая, понимаешь, бицепс накачан. Я же ходил зимой на семинар по силе и по митохондриям, кстати. У меня теперь твои митохондрии. Я нашла точку G. Пиши, попробуй эту вот точку. Не причем, это две, отдави. Все. И забирай ниже теперь. Ниже. И за кимоно. Все. Ну что, у людей получается? Или ты так себе учитель? Я ж не буду тайные техники раскрывать, чтобы меня потом шатали. Вообще-то мы тебя для этого и пригласили. Да? Ну, вы ошиблись во мне, знаешь. Продолжаем дальше. Второе действие, когда... Или взаимодействие. Когда у нас появляется еще одна ошибка. Вот. Взяли мы, хорошо взяли, прям классно. Все, уже деваться некуда. И начинаем тянуть с этого положения. Это вот для меня, я считаю, что ошибка, потому что спина, колено, день вперед. Да не так ты сильно сломаешь, девушка, да ну. Нет, колено вперед, можешь поднять? Я начинаю тянуть, все, он защитился. То есть у меня спина отказала, то есть я не работаю спиной, я буду работать на ногу, чтобы его обратно так. Вот, поэтому взяли, пусти, отпусти. И ложимся на плечо, на дальнее. Да? Вот, здесь ошибка первая. Все вот так будут половину лежать на локте, то что так удобно. Вот. Здесь надо обязательно на плечо лечь. На плечо легли на плечо и как из позы эмбриона растаем человека, да? То есть начинаем растягивать ногами туда, спиной туда. И еще главное тоже здесь ошибка, это любвеобильный взгляд на партнера. Вот зачем смотреть, не понимаю. Взяли ногу и смотрим на него. Как уходит жизнь из глаз. Да? Ну, вот. Как только я взял ногу, лег на плечо, все, я забываю, голова идет вверх. Вот. То есть что мы здесь, да? Нельзя тянуть спиной вперед. Можно тянуть вот в эту сторону, если правило разрешают. Спина... А они не разрешают джиу-джитсу. Я знаю, но здесь есть грэпплинг. ICC, да. Грэпплинг тогда есть? Наружу, да, так, да. Если детские правила запрещают, значит, пойдемте только на эту сторону. Вот. Здесь, как вам удобно, можете перехватить здесь ногу по правилам GF, эту растянуть и здесь тянуть. Можете здесь ложиться, ничего страшного. Можете, как я в последнее время начал делать, я ногу забираю сюда. Вот, тоже по правилам разрешено, и мы спокойно можем работать. Все раз, нога контролируется. Эта нога мешает ему понять, что я буду делать. А ты мешаешь, кстати. А я его держу. Миша. У него же там крюк. Крюк? Деля Рива. Я знаю, он много матерных слов. И плечо. На плечо завалили. Три техники. Поехали. Пробуем 3 минуты. Как вам, профессор? Его методическая грамотность растет от семинара к семинару. Это был первый семинар. На, потом повернись. Есть! Ну, собственно, все, семинар закончен. Ну, Саша, наверное, просто берет ногу и отламывает ее. Так и есть. Сань, сколько жмешь? Я перестал жать. Так, 200, нормально, как он сказал. От груди? Да. Я только первый раз попробовал, они жалуются, говорят, иди от нас. Иди Пурпуров мучай, блин. Ну, Пурпуров, где Пурпуров столько набирал? Да, он есть, да. Два Пурпура. Я только попробовал. Сегодня все схватки на дне борьбы будешь ахиллом выигрывать. Да, сегодня ж пробую. Голову уже надоело отрывать. Уже все, следующий этап обучения.
Получилось? Да, ты научился проходить, да? То есть, вот как раз один из переходов, да, которых я использую, я там делаю, что я буду проходить, да, ставлю свою ногу ему под коленный сгиб. Здесь тоже такая есть распространенная ошибка, я тоже грешу даже до сих пор. Я беру сразу ахилл. Ага. А только я сразу ахилл взял, человек поль понимает, что я буду делать. И стучит. Нет. Но он начинает. Вот. То есть я все опять. Раз, перебиваю ногу, забираю его. Если ноу-ги, просто под коленку забираю. Если кимоно, беру за там, штаны, да? Брюки. Вот. И начинаю садиться. Но вот здесь, в том моменте, когда я сажусь, очень главная такая фишка. Я той дальней ногой подбрасываю его ногу, чтобы он не встал на нее. То есть, по идее, я должен садиться, он встает на эту ногу. Вот, все, я проиграл там 2 балла, да, если не ошибаюсь. И мне начну, там, я начну буду какие-то изыскивать варианты. Поэтому я, когда сажусь, эту ногу подбросил. Он на нее не встанет. И все дальше так там. Легко. Эту ногу в идеале либо прихватить, если у вас кимоно есть, все равно одну рукой сделать, либо ее сделать. Не камильфо. Скрутки. Никакой скрутки нет. Не, а когда делаешь. Ну это уж. Это борьба. Вот, все то же самое, я пошел. Да, то есть я борюсь там, показываю, что я буду делать раз под него. Если правило позволяет, могу себе позволить это. Но здесь я забуду сразу про хил, буду другим приемом делать. Вот, если правило не позволяет. Либо там тоже, можете отсюда прыгать в голове уже. Только не отбейте ему этот. Тахонус. Тахонус, да. Вот. То есть я стою, подбил его, раз вот. Эта нога поднимается, он на ней уже не стоит. И ложусь на бок. Все то же самое. Все, давайте попробуем вот этот заход возьмем. Вход, заход. Ну что, у тебя уже получается? Да, ну, чуть-чуть. Не так, не как вот у того парня. Да это вообще какой-то мутант. Победа! Попался нам человек, который очень крутой. Нога у него там по девять. Чак Норрис? Чак Норрис, Рибейро, футболист Спартака, который мы не можем эту ногу, ну никак, вот разломать, там корнишон не действует. Вот, что мы делаем? Мы меняем руки, и эта рука уходит вот под это. Насколько легальный прием, я не знаю, но легальный, ничего, я думаю, да? Легальный. Все, я залажу максимально под диагональ, забираю вот здесь вот где-то, это будет кость, и забираю тот же самый, что я делал. Перекрываю одну руку другой и начинаю тянуть. Тяга. Смотрите по тяге. Сейчас будет все сюда, не факт, что пойдет. Тяга идет чуть-чуть вбок, как будто мы на излом берем ногу. И начинаем тянуть вверх. Сейчас будут тоже, ребята, вот так вот делать, тоже неправильно. Вот здесь где-то. Когда вам руке будет вашей больно, значит, вы что-то делать неправильно. Максимально глубже, максимально под кость. И... Это, наверное, может удушение стопы. Наверное. Было точно. Ходило удушение пятки. Да. Она уже почти не дышит. Она уже все. Сжали и добавляю. Все то же самое. Да? Нога здесь, нога растянута. Если у него прям очень прочный ахилл. Слушай, вот здесь не ахилл. Сейчас попробуешь, там явно не ахилл, там какая бы кость не прочная. Ну, допустим, плохо зашел, куда нужно лечь прям? Здесь не надо ложиться. Не надо ложиться. Вот здесь в данном случае, говоришь, тяга чуть другая. Тяга на излом и вверх. Ну, больно в стопе. Да. Больно в стопе и... А он же разрешен. Верцовой кости. Да? Да, это прямой он разрешен. Здесь он, ничего запрещенного я не вижу. Фишка в том, что некоторые неквалифицированные судьи иногда... Это скрутка! Некоторые неквалифицированные судьи вот забирают обратно ахилл под скрутку. Это не скрутка, это обычный ахилл. Да, то есть ему больно будет от ахилла. Но мы его не смотрим, потому что, ну... Наши судьи пока не готовы. А один говорит, давай ты не будешь это делать. Я говорю, почему? А я не знаю, что это такое. Ну, на России это было. Ну, ладно, на Невазе. На Невазе, да. То есть, соответственно, раз. Вот, не можем. Здесь не надо разламывать ногу, ничего. Все, раз. Покажи по воздуху. Кто-то не сваливается. Андрей, как ты перекладываешься?
выше руками, чтобы он не вырвал ногу вот на. Я его держу. Ты его не вырвал. Я же удержу это рукой. Я просто меняю руку. Вот. Вот на смену руки. Еще раз покажи. Ну вот. Взял так. Взял. Обычно не получается. Не могу сломать ничего. И корнишон он терпит. Все, раз. Вот и кроссовок. Не сюда, а прям максимально глубже. И душу. А лапсайд не надо? Анаконда. Кого? Сводить. Ну как? Душу, я не как, свожу. Как душу? Нет. Бедно. Кусать. Хватает этого. Вот. Ну, главное, здесь главное в тяге. Вот сюда не тянем, а вот сюда. Не, ну, колено мы контролируем всегда. Спиной просто. Спиной или все-таки руками? Нет, ты спиной всегда тянешь, ты руки не двинь. У тебя же руки зафиксированы. Ты чуть спину вот сюда и сюда. Не прямо, просто тупо взял и прямо делаешь. Подсогнулся и... Попал. Андрей хочет сказать, что давление должно быть перпендикулярно. То есть, если нога вот так, надо давить вот туда. То есть, вот, как Андрей говорит, назад и в бок. Да? В ахилл. Потому он что, не в ахилл, ахилл будет сходить в кость. Сейчас сюда. Залез, у него теперь ахилл смотрит вот туда. Если я тащу наверх, давление не туда, надо тащить. Да. Угу. Пробуй. Спасибо. Тёма, Тёмыч, где ты так научился? По Андрюхину можешь прыгать. Я по-разному умею. Что пришел в зал, где тренируешь? Да. Первый раз. Первый раз человек не пожалел, что пришел в собственный зал. На крайний, да? Заключитель. Брохотисты. Да. Все, взяли. Залезли. Сюда не можем оттянуть, вот, ну никак, ну все, все крутой чувак. Наша задача чуть откривить и эту ногу сунуть сюда. Пусть он там лезет. Наша задача лезть и лазить в такое положение. Вот в этом положении его ахилл на грани риска. Вот, соответственно, без разницы, он мне не задушит, отсюда ничего не сделает. Но я стою на коленях, вот, и начинаю тянуть. Ладно. Вообще в идеальное положение для ахилла, это когда человек ложится, мы его разворачиваем. Развернись на пузо. Вот. Если мы здесь, все, это, наверное, я думаю, 110%, что мы одну сделаем ахилл. Вот. То есть по правилам тоже разрешено все. То есть я забрал. Вот здесь я даже могу на пузе руку держать. Здесь очень и так большая тяга. Да. Вот, все то же самое. Так вот, что Юра спрашивал, да? Мы ногу заложили в эту сторону, начинаем там крутиться, а он взял и скинул ее. И начинает там, я перехватился, все, моя нога здесь. Вот, все спокойно, я могу работать. Если он здесь не сдастся, ну, полезли сюда. Здесь ты по-любому сдастся. Ты его прям бедрами, то есть, разворачиваешь. Ну да. Что бедро, что же. Кто, у кого что тяжелее. Вот. То есть мы уходим, опять же, мы даем работу своей спине. Здесь мы ничего не сможем сделать. Я пытаюсь, здесь не смог, сил не хватает. Он, не знаю, футболист, правда. Просто очень сильные ноги у футболистов, можно даже не свернуть. Держит он классно. Вот. Ну пусть держит, полезно. Прямо здесь боремся за эту ногу. Вот, почему в другие... лучше и проще делать, потому что у вас одна рука всегда свободная, да? То есть вы здесь захват сделали, он уже отсюда не вылезет. И полезли там бороться с ним, глазами. Поэтому ты в очках? Да, судья не видит. Пальцами. Давайте будем тогда заключительным попробуем. С проворотом, да. То есть оказались в таком положении. Если кто будет дома делать, там, например... На жене, да. Домашнее задание, ляж на живот. То есть мы его учили на по-самбийски. Вот, то есть мы вставляли колено, и этот сам переход, да? Раз, все здесь. И вот накапываем. Здесь.
вот, чтобы понимать, какое положение нужно заниматься. Дышите меня полностью. Где Артем? Поставь 3 минуты пьян. Андрей, поехали. Ты сертификаты в конце семинаров даешь? Давай, сколько бывало. Профессор, что скажете? Публика нормальная. Нормально. Меня устроило. Все? Но если давайте у тебя пойду. Все, у меня много. Ответь на вопрос, если я не есть. Один. 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 На один вопрос. Один вопрос. Давай ты один. И вот начинаешь делать, и все это кто? Ну, так показывает большинство. Ну, я не могу вообще контролировать это здесь. Я вот, например, так не делаю, потому что ты можешь спокойно перепрыгнуть ноги. Это ногу скинуть и как бы... Жопой туда. Да, и вот этот самый классический уход, который ты можешь перепрыгнуть за лист. Mm-hmm. Я вот так никогда не... Ну, вот... Не, некоторые ахиллы, сейчас я перебью тебя, Зим. Некоторые показывают вот так ахиллы. Я прям видел, обучал. Вот это, ну, я считаю, охренеть тренер. Ну, взял. Что нужно делать? Обычно, когда начинает прям жестко подниматься на тебя, я проигрываю. И вот здесь осаживаюсь. Что здесь нужно сделать, чтобы дать вторую ногу и сложить его обратно? Поэтому вначале говорили ногу подбрасывать. Да, и про эту ногу вот я ее блокирую и ложу. Опять же, когда, если не ошибаюсь, это Прит показывал, как я видел у Прита. Это ковбойц, да, если не ошибаюсь, назывался. Вот здесь Прита был. Когда мы ногу кладем в обратную сторону. Ну да, да. То есть я не буду тебе делать, если ты встал на меня, я тебе мало то, что вот сюда не буду, потому что вот, ну, мало. Да, то есть коленки у меня будут здесь, я буду ложить сюда. Вот. И уже дальше то же самое, что мы делаем. То есть, по сути, все время нужно стараться на грудь лечь, чтобы доделать его. И не давать вставать надо. Не дать встать, да. А потом уже доработать как надо. Просто я вот так вот, это самое, что... Фигня. Вот здесь, да, потому что я должен контролировать дальнюю ногу. Она же все равно будет вставать. Да. Она будет, ну... Если я уже поднялся, ты все равно ей будешь меня вышивать. Нет, я буду уже то же самое, что делать. Угу. Обязательно на ту сторону положить. Значит, если ты встал, значит, я где-то просто потерял позицию. Но это для меня, опять же. Не, я просто говорю, что бывают такие часто ситуации, когда поднимаешься с ахиллом, ты вроде его держишь. Ну, вроде зафиксировался. Но из того, что вот эти захваты, он делает. Но вот поэтому я и говорил, что нужно ту ногу подбивать. И вот этот фигня. Но если ты можешь быть. Вот здесь не фигня. Здесь он нормальный. Фиксация колена идет хорошая. Ага. Но вот здесь мне кажется, что это труха. Я не удержу двумя ногами, ну, так вот, в таком положении твоего колено. Скорее всего, ты ставишь. Мне нужно ногу. Ну, можно вот так вот еще сделать. Пойди. Давай ложиться. Бостонский краб. Не знаю, что это такое. Вот. Опять же, ты не должен забывать, что любая позиция ты можешь атаковать любую. Можно отсюда атаковать так же. Этот ахилл, колено там, что угодно. Две ноги. Можно вот этот тоже по правилам, если не ошибаюсь. Да. Разрешена, да? Да. Это икроножка. Короче, нога. Вторая нога, которая свободная, которая не атакуемая, ее нужно отсекать. Любыми способами, да. Спасибо. Поехали? Барбас? Давай. Мне кажется, я сегодня бороться не буду, потому что все будут пытаться делать ахилл, а я его боюсь. Следующий семинар через пару месяцев можно сделать по защите от ахилла, но он уже будет платный. Сейчас пройдет соревновательный этап, все получат свою порцию болевых, да. У людей возникнут вопросы, а как же защищаться? И тут скиньтесь по рублю. Да. Профессор на профессор. Аромат. И шоколадный конфет. С коньяком. Ну что, Юра, наборолся сегодня? Да. Голову кому-нибудь оторвал? Нет, сегодня не голову. Че отрывал сегодня? Сегодня жутко душно. Голову надосил много, а тут было крайне душно. Ну интересно. Морозов молодец, ахиллы свои не только показывает, но и делает. Как свой транспорт? Транспорт шикарный.